Салам алейкум, пацаны! Наконец-то я этого дождался. Сегодня все бесплатно, я вам покажу. Также, друзья мои, кто, наверное, уже заметил у меня какие-то изменения на аккаунте. Также, друзья мои, очень офигенное событие сегодня, также вы узнаете. Да что я буду тут распинаться? Просто всем желаю приятного просмотра, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте обязательно писать в комментариях и не забывайте, что уже вчера была раздача, уже третья раздача, скажем так, в благотворительном фонде, кто получал уже себе на аккаунты алмазики. Не забывайте, каждую неделю у меня раздача проходит именно в телеграм-канале, где я раздаю алмазы людям, которые не могут себе задонатить или могут, просто не хотят. Поехали! Ну, давайте сначала я вам покажу, что, как всегда, для каких-то изменений, как всегда, мне... Ну, в смысле, как всегда. Не как всегда, но мне дали галочку. Видите, вот на В буква теперь я официально подтвержден, да? Ютубер, вот мой, точнее, ютубер, не ютубер, а галочка. То есть аккаунт. Вот, галочка у меня теперь есть. Поехали дальше. Дальше, друзья мои, сегодня я хочу показать события. Сразу говорю, я эти события нашел на регионе, который схожим с нашим почти на... 89-90%. А выводы вы уже прямо сейчас сами сделаете. Сначала вам покажу события. Первое событие, друзья мои. Первое событие. Внизу это все за золото. Ну, я реально был в шоке, когда увидел именно эти события. Реально был в шоке, что вообще тут добавили. Смотрите, 3000 золота стоит один прокрут. Можно повыбивать кучу всего. Я вам говорил, что в ближайшее время по-любому должно выйти событие, где мы будем себе, скажем так, получать себе определенные, скажем так, награды, да, за золото. Может быть, в магазине добавить что-то, например, да, какие-то определенные вещи. Ну, не зря нам давали золото, не зря давали золото. По-любому ожидаем в ближайшее время что-то за золото. Ну, вот прям у тебя чувствую. Также нашел такое вот событие. Тоже за 3000 золота, это тоже, друзья мои, только-только-только вышло на зарубежном регионе. А вы сами знаете, что сначала выходит на зарубежном регионе, а потом после зарубежки выходит и на нашем регионе. Так что, возможно, уже через некоторое время мы сможем получить офигенные события, которые также будут нам давать возможность получать и выбирать себе что-то, получается, адекватное. То есть, именно выбивать себе за золото. Вы представляете? Что вообще это такое? Я считаю, что это реально события очень годные. Прям ок. Вот я считаю, что во Free Fire самое главное событие, которое, ну, по-любому, всем порадует душу, да, всем, это халява, которую мы сможем выбивать за золото. То есть вещи, да? То есть я считаю, это реально самое бомбовое, что есть вообще в игре. Потому что золота очень у многих много. И выбить себе за золото, это, я считаю, очень даже будет прикольно. Также. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто себе уже вот это поиграл. Лутбокс с одежды. Кто уже в это поиграл и кто уже себе получал подарки. Тоже в комментариях напишите. Также, друзья, давайте в комментариях по айдишникам выберу. Не забывайте, кстати, не забывайте, у меня проходит розыгрыш аккаунта с желтыми штанами ангелами, с хорошим оружием. Офигенный аккаунт, в который вложили около 30 или 40 тысяч рублей. Я его уже раздаю 1 апреля, друзья мои, 1 апреля уже будет раздача этого аккаунта. Условия очень простые. Прямо сейчас вам нужно просто подписаться на мой ВК, на группу ВКонтакте, обязательно на мой YouTube-канал и на мой Телеграм-канал. И в Телеграм-канале чуть выше, будет создан пост, да? Не чуть выше, а вообще я создам пост. Я, наверное, уже создал его. Давайте я быстренько, чтобы не быть голословным, чтобы я его, получается, вам сразу сказал. Да, друзья мои, уже пост выше есть. Он называется, в телеграм-канале называется «Итоги розыгрыша 1 апреля». То есть там именно набор желтый, выделен желтый кружочек. Картинка поста этого. И там пишите свой айдишник не больше 3 комментариев. И 1 апреля я кому-то из вас этот аккаунт дам. Напишу лично вам в личку. То есть участвуйте, кайфуйте, условия все знаете, да? Будьте обязательно везде подписаны. Ссылочка в описании. Вот. Так что обязательно забирайте аккаунт, реально очень хороший. Там винчестер хороший, там куча всего бомбового. И бесплатно вы заберете просто за какую-то элементарную подписку. Ладно, поехали дальше.
Все бесплатно сегодня мы также будем получать. Ну, я получу, и вы это тоже, все, что я вам сейчас покажу, вы тоже получаете бесплатно. Получается, вот такой вот набор вы забираете совершенно бесплатно. Раз. Вот эта эмоция тоже будет бесплатная абсолютно для всех. Буях. А, бум, да? Бум. Тоже офигенно. Эмоция 2. Это мы забрали бесплатно. Нож бесплатно. Да, абсолютно всем этот бесплатный нож достанется. Также, потом я вам сейчас скажу, где это все можно забрать. Получается, пикап тоже бесплатный. Получается, вот такой вот парашютик тоже бесплатно. Рюкзак вот такой вот халявный. Скинчик на вектор со статистикой тоже бесплатный. Дальность 1, скорострельность тоже 1. Плюс, тоже бесплатно? Бесплатно, родные мои. Также получается катана такая вот на халяву. И самая бомбовая, это вот такая вот топовая стеночка. Это все, друзья мои, абсолютно на халяву. Знаете, вот ничего, вот мне в комментариях написал человек, я немножко удивился. Пишет: ха-ха-ха-ха-ха, я удивлен и я разочарован, что Гарена ничего нам бесплатно никогда не даст. За все нужно донатить. Я чуть вот так вот, я вот как сидел на стуле, и вот так чуть не упал со стула сразу же. Каждый день Гарен дает халяву, каждый день дает бесплатные вещи. Тебе просто, человек, нужно зайти вот сюда и увидеть, что дается сегодня, уже, да, точнее, у завтрашнего дня. С 25 числа, да, с 25 числа уже стартовала раздача. Получается, 29 уже вы сможете забрать стенку. То есть это все абсолютно бесплатно, абсолютно, друзья мои. И тут человек говорит: ха-ха-ха, где забрать-то все бесплатно? Вот, друзья мои, это все бесплатно. Также торс можно бесплатно забрать. Много чего, грим, точнее бороду, волосы, это все вот на халяву. И завтра всего дня вам нужно всего лишь будет сыграть с друзьями 10 матчей и заберете стенку такую вот. 10 стенок. То есть это, друзья мои, уже на днях все сможете позабирать. Ой-ой. Также не забывайте по поводу события. По поводу, который у нас будет впереди, это возвращение Альвара. Вот, не забывайте. Также сегодня еще вас ждет видеоролик по поводу нового обменника, да, за магический куб. И новый оружейный джекпот. Новый оружейный джекпот уже сегодня. Я вам покажу в 15:45. Вы будете очень приятно удивлены, что за оружие нам будет добавлено за новый оружейный джекпот. Кстати, оружейный джекпот, а я почему себе магазин... А, я себе не стал выбивать парафал, мне он не нужен. То есть, друзья мои, сегодня ожидайте офигенный видеоролик, еще будет. Также не забывайте, в день выходит 2 видеоролика в 7:45, в 15:45. Максимально все подписывайтесь, чтобы получить себе офигенные алмазы. Также розыгрыш аккаунта, все в телеграм-канале, друзья мои, не забывайте. Также обязательно большая просьба, прямо сейчас, у кого не стоит колокольчик, обязательно нажмите колокольчик, все уведомления. Как только видите, что у меня выходит видеоролик, вам пришло уведомление, сразу, пожалуйста, заходите, смотрите. Потому что если вы по уведомлениям переходить не будете, то вам уведомление уже будет не приходить. Оно автоматически отключается, если вы по нему переходить не будете. И вы уже будете пропускать все мои видеоролики, а также всю халяву. Скоро будет раздача промокодов, много чего. Скоро будут офигенные рубрики. Да, друзья мои, ждите просто офигенного контента, вот честно. Как всегда, я каждому из вас, кто досмотрел видеоролик до конца, я каждому из вас говорю спасибо, что вы, да, досматриваете. Также не забывайте, родные мои, кому нужны настройки на ваши телефоны, также приобретайте любые телефоны, настраиваем до идеала. VIP настройки, офигенная скидка проходит, много чего настраиваем. Также не забывайте, кому нужен пиар гильдии, ТикТока, ВК, Инстаграма, кому нужно, чтобы я вас припиарил, также ВК пишите, приобретайте, цены недорогие тоже, еще раз повторюсь. Вот айдишек моей гильдии, да, кидайте запросы, мы вас будем рассматривать. Если, конечно, вы нам подойдете, мы вас обязательно примем. Обязательно. Сегодня будем рассматривать заявочки. Вот, так что смотрите, кидайте заявки, будем вас смотреть. Вот. Ну, по старинке еще раз повторюсь, друзья. Спасибо, кто видеоролик досматривает до конца. И на тебе говорю спасибо, ты самый лучший. И знай, что если бы не твоя поддержка, я бы, наверное, давно бы уже ушел со Free Fire. Но честно, поддержите вы хорошо, и поэтому я еще с вами. Ну, я люблю это дело, да и я вас люблю. Да не, шучу, не ушел бы с Free Fire. Шучу. Это так я. Я просто бы немножко был расстроен. Вот так, вот это будет получше. Вот такой ответ. Ну, все, я вас люблю, всех обнял. Ждите сегодня еще один видеоролик. И также можете со мной пообщаться в телеграм-канал. Заходите, общайтесь со мной. Всем пока.